Это будет решение его коллекции. Спасибо. Объявление о разводе. Я хотел сказать, что мне очень приятно выступать сегодня на этой сессии, посвященной партии Виктора Ивановича. Я буду рассказывать про работы, которыми Виктор Иванович занимался в молодости, и про их продолжение, которое происходит до сих пор, по-моему, очень интересно. Начну я с, вообще постараюсь не вдаваться в технические подробности, насколько это возможно, и начну с самых общих замечаний. В каком-то смысле это будет даже продолжение или расширение некоторых тем, упомянутых сегодня Рыбаковым в своем докладе. То есть я хочу напомнить, что вообще, когда речь идет о литейских полях, то имеется два типа квантовых чисел, которые с ними ассоциируются. Как все, я думаю, знают, это масса и спин. Масса — это непрерывный параметр обычно, который мы видим в силу разных масштабов масс современных моделей. А спин — это дискретный параметр. И в простейших моделях, о которых я буду говорить сегодня, в четырехмерных моделях, это просто целые полуцелые числа. Замечательно, что среди всех тех полей, которые обсуждаются, например, в контексте LHC, присутствуют только два типа из этого бесконечного набора. Это поля спина 1, 2, сюда относятся все поля материи, электрон, кварк и так далее. И поля спина 1, это переносчики взаимодействий, сюда относятся фотоны, глионы, W, Z. И больше ничего, никаких других полей до сих пор экспериментально не обнаружено. И напомню, что не обнаружено ни одного поля спина 0 до сих пор. И основная задача LHC — это, собственно говоря, найти Хиггсовский бозон, который является пока что гипотетической частицей спина 0. Кроме того, мы думаем, что есть частицы спина 2, которые, однако, попри тоже не обнаружены до сих пор. И надеемся, что есть частицы спина 3 вторых, если имеется суперсимметрия. Но и то, и другое экспериментально предстоит еще обнаружить, даже классически на уровне гравитационных волн, например. О чем, собственно, пойдет речь сегодня? То, что я постараюсь рассказать, это попытка построения теорий, в которой появляются частицы со спиной больше двух, с чем это связано, какие особенности у этих теорий и чего можно от этого ожидать. Вообще это очень старый предмет. Фундаментальные работы, начались, поэтому все началось, можно отчитывать от работы Дирака 1936 года, где он описал различные релятивистские уравнения в четырех измерениях. И потом большое количество людей, перечислили лишь некоторых, с 30-х годов занималось этим, продолжает заниматься и сейчас. Я бы выделил два этапа развития теории, хотя это условное разделение, но мне кажется, оно осмысленно. Это до 76 года, то есть первые 40 лет, если угодно, и после 76 года, это тоже уже больше 40 лет. Около 40 лет. Это отличие связано, разделение связано и датируется по датам с созданием супергравитации. Супергравитация — это та самая теория, в которой появляется частица спин 3 вторых под названием гравитина в контексте суперсимметрии. Отличие, собственно, состоит в том, что цели и задачи, которые ставились по развитию этой теории, они звучат и формулируются совершенно по-разному. Вот до этого времени примерно, хотя это условно, потому что уже теория объединился, появилась к тому времени, задача теории высших спинов состояла в попытке описать реальное возбуждение с высокими спинами, которых очень много, но которые не описывают элементарные частицы, а являются композитными объектами. А после создания супергравитации стало понятно, что, возможно, гораздо больше интереса, возможно, больше смысла имеет рассматривать теорию не столько даже массивных элементарных частиц, сколько безмассовых частиц, так как первоначально я объявился описывать спинодель. И в этом случае речь идет о попытке описания фундаментальных взаимодействий. Супергравитация как раз дала пример такого прорыва, может быть, стоит упомянуть, что под высшими спинами до этой даты понимались спины больше единицы, а после этой даты понимались спины больше двух. Эта щель была заполнена как раз созданием супергравитации. И в этом случае речь в первую очередь идет о симметрии и о безмассовых полях, которые безмассовы в силу того, что обслуживают симметрии примерно так же, как динамика теории Янгельмеса в ненаружных полях. Одновременно, поскольку в игру вступила суперсимметрия,
суперсимметрии селективных выборов числа измерений. И, например, суперструны и супергравитация, как верят те, кто этим занимается, они не столько четырехмерны, сколько десятимерны, одиннадцатимерны. В смысле пространства времени возник интерес и переход к анализу теории высших измерений, чего до того не было. Все работы, которые анализировались по этому вопросу, они всегда с самого начала, по большей части, были четырехмерными. Вот, собственно говоря, вот этот этап, он был существенным. Теперь я хотел бы начать с самого начала, или, по крайней мере, с начала этих исследований в Фене. Как я уже сказал, Петрович занимался этой тематикой, причем довольно-таки активно, у него довольно много работы, более того, его докторская диссертация прямо относится к этой тематике, вот она называется «Теория режима состояния наночастиц», это 42-й год. Тут я хотел бы отметить два обстоятельства. Во-первых, было известно, что если просто пытаться описывать частицы высоких спин с массой, то это ни к чему хорошему не приводит. Взаимодействия начинают быстро расти, попросту говоря, то, что сейчас мы принимаем под непренормированность, тогда вот появлялось 5-1. И то, что обсуждал в частности Виталий Лазович и другие люди тоже, состояло в том, что, может быть, если начать комбинировать системы этих полей, то поведение как-то улучшится, и мультифиолетовое поведение улучшится. В частности, Гинзбург, его излюбленная система была эта система полей спины 3-2 и спины 1-2. И действительно, некоторое сокращение, в смысле ультрафиолетового поведения, сечений происходили, и, так сказать, вот это было такое важное наблюдение. Собственно говоря, в этом смысле с тех пор ничего не изменилось. И сейчас, когда люди говорят о теориях нормального квантового поведения, то имеется в виду, в общем, по сути, ровно то же самое, что надо брать некоторые системы полей, которые приводят к хорошим свойствам теории, но теперь понятно лучше причинам, почему это происходит. Это связано с симметрией, будь то суперсимметрия, супергравитация, или обычная симметрия, если 3 на 2 на 1 стандартной модели. Собственно, добавление поля спины 0 и остаток от него Хиггс, то есть дублета полей спины 0, смысл его ровно в том, чтобы придать массу векторным бозонам ДВЗ, сохранив при этом нормальное ультрафиолетовое поведение. Достигнуто это с помощью введения калибровочной симметрии, и все подробности теории, существенная часть подробностей теории, все, конечно, неправильно, фиксируются принципом калибровочной инвариантности. Сейчас это как бы знают все. Может быть, не все знают, что когда теория Янга-Милса была впервые придумана, это, по-видимому, было задолго до работы Янга-Милса, а придумано, как сейчас общепринято, Павли. Но он не смог ответить на вопрос, а что делать с этой теорией, потому что теория описывала безмассовые частицы, а безмассовых частиц таких заряженных нету. И он не только не опубликовал свои результаты, но и очень резко принял работу Янга-Милса, когда произошло. Поэтому сейчас, в общем, ссылается. Нужно, потому что в то время Павли, конечно, не думал об эффекте Хиггса. Второе замечание, очень любопытное, оно прямо вот в этом тексте, в диссертации Теолазовича, состоит в том, что уж если рассматривать высшие спины, то все-таки не 3-2, а 1-2, все сразу. Просто из соображения естественности, там вот так написано, это абсолютно правильное эстетическое замечание, более того, оно прямо так и реализуется в моделях, основанных на симметрии, как мы видим. Еще одна работа, которую я хотел упомянуть, это работа несколько более поздней, 47-го года, Гинзбурга и Тама. Очень хорошая работа, как мне кажется. В которой делалась попытка объединения бесконечных таких систем высших спинов, всех спинов, в единый объект. Делалось это таким образом, что рассматривалось как бы производящая функция или поле, которое зависит не только от пространственной временной координаты x, да, вспомогательных переменных, в данном случае обозначенных буквой U, в данном случае это был Лоренцев вектор, нормированный вот таким условием, времениподобным, с единичной динамикой. Ну и в то время, как я сказал, надежда была на то, чтобы, может быть, единым образом описать резонансы, и были предложены уравнения. Вот такое уравнение было предложено. Оно фиксирует спектр в терминах собственных значений оператора момента по переменной U. Но само по себе это уравнение удовлетворительное, я про это сейчас скажу, у него было написано некое дополнительное условие, которое несколько сужает спектр этой системы.
Тем не менее, реалистической модели построить не удалось, причем это написано прямо в введении в эту статью. Там написано, что это результат многолетних исследований, которые авторов не удовлетворяют, но они решили опубликовать просто, ну, потому что это работа была сделана, что ли. А в чем тут трудности? Трудности в том, что без дополнительного условия возникает не физический спектр, даже в старом смысле. Речь идет о том, что возникает в спектре возникают точки сгущения по массе, то есть у вас возникает бесконечно много частиц, близких к данной массе. Если эта масса наблюдаема, то это абсолютно не соответствует никаким экспериментам, то есть ничему, ничего описать таким образом нельзя. Чтобы от этого избавиться, было введено дополнительное условие, которое я только что показывал. Но тут подстерегает эту конструкцию другая трудность. Дело в том, что на одну функцию имеется два уравнения, и возникает серьезный вопрос о совместности этой системы, то есть когда эти два уравнения противоречивы или противоречивы. И попытки введения взаимодействия, в частности с электромагнитным полем путем удлинения производных, немедленно приводят к противоречивой системе. И в этом смысле этот вариант тоже не проходит. Но я хотел бы обратить внимание, что на самом деле идеи, заложенные тогда в 40-е годы, они в общем, в существенной мере сохранились и до сих пор активно используются и развиваются. Потому что, например, что такое теория струн? Теория струн — это аналогичный объект, который обычно обозначает вектором состояния пси, можно было написать это скобку, который, в зависимости от x, я тут забыл написать, который является функцией вспомогательной переменной, ассоциированной с модами возбуждения струны. То есть это те же самые лоренцы вектора, если угодно, правда, ненормированные единицы. Возникают условия связи, которые в современном виде выражаются таким простым уравнением, где куль, например, растет в теории струн. И возникает калибровочная симметрия, связанная с тем, что куль в квадрате равно нулю, поэтому если вы такую вариацию подставите, то получите там 10 метров. Там устроена теория струн, в общем, это несколько похоже на то, что рассматривалось вот в тех работах Гинзбурга и там, в частности. Хотя имеются и существенные отличия, в частности, бесконечное число мод струны очень важно. А в теории струн масштаб масс задается внешним параметром натяжения струны, так что в пределе нулевого натяжения, что отвечает за степень бесконечности, все поля, уравнения здесь не пишу, для теории струн, оказываются безмассовыми. И в этом смысле возникает идея, которая обращает внимание многие люди, исследователи, в частности Гросс, что должны возникать дополнительные симметрии в пределе ультравысоких энергий, когда можно пренебречь n квадрат. Тогда в теории струн одновременно должны возникать безмассовые состояния, они возникают в свободной теории, это многократно проверено. И поэтому теория струн должна оказываться каким-то вариантом калибровочной теории высших спин. Значит, эта идея высказана нестандартной, реализация не до сих пор имеется. Я объясню, может быть, если у меня хватит времени, в чем была проблема. Проблема в том, что ни та, ни другая теория, ни та, ни теория струн, ни теория высших спинов в настоящее время полностью, в полной мере не сформулировалась. Ну и так, как я уже сказал, в общем, ключевым принципом исследования такого сорта теории является принцип калибровочной симметрии, который успешно себя зарекомендовал на ряде примеров, вот, начиная с теории Янга-Милса, все это гравитация, прежде всего. Ну и вот, где-то в 70-е годы, после создания супергравитации, Фрунзел предложил единое описание для всех безмассовых полей в четырех измерениях, и в частности показал, что действительно они все являются калибровочными полями с очень простой калибровочной симметрией на уровне свободных полей. Значит, если у нас спин S, то он описывается тензором ранга S, у него S индексов. Он благодаря такому специфическому условию, двойной последовательности не будем на этом останавливаться. А закон калибровочных преобразований просто первый производный параметр. Параметр является симметричным и бесследовым, то есть лоренц неприводимым образом. Все. В случае спин 1 мы видим обычный пример электродинамики. В случае спин 2 параметр калибровочный оказывается вектором, и это на самом деле инфинитизимальная форма дифеоморфизма, то, что здесь появляется вот, при таких заменах координат. В случае спина 3 вторых, в случае здесь не написано, потому что это фермионы, но аналогично существует симметрия, и параметр оказывается спинором, потому что речь идет о суперсимметрии. И также продолжается на все целые и полуцелые спины тоже, я это написал просто, потому что много формул.
Какие вопросы? Вопросы, собственно говоря, два связанных вопроса о том, как построить нелинейную теорию и как устроены симметрии, которые связаны с этими полями. Вопросы эти, конечно, связаны с внешним опытом. А замечу, что сама постановка этих вопросов, она чревата существенными последствиями в смысле представления о структуре теории поля в целом. Если окажется, что симметрия высших спинов, если нам удастся с ними разобраться, а нам удастся, как я покажу, в каком-то смысле не геометрично, то есть плохо реализуется в терминах координат нашего пространства, то это серьезное указание на то, что если мы верим в такие теории, конечно, что, по-видимому, мы плохо понимаем структуру нашего пространства, что нужно понять, как они на самом деле должны проявлены и где. И в действительности анализ этих вопросов оказывается очень интересным. Я в конце, надеюсь, будет время углублено о том, к чему это может и приводит. Ну и второе, состав полей в соответствующих теориях диктуется симметрией примерно так же, как, скажем, состав полей в супергравитации диктуется представлениями суперсимметрии. Мы знаем супермультиплы. О структуре этой симметрии я буду говорить, но вначале я хотел сказать несколько слов о том, какие трудности и как эти трудности разрешались, потому что, как вы заметили, значит, на этом все ушло уже очень много времени, и это, на самом деле, не случайно. Значит, где-то до конца 70-х годов доминировало вообще негативное отношение к таким теориям, потому что люди просто говорят, таких теорий быть не может. Два аргумента при этом использовались. Аргумент номер один — это так называемая теорема Колмана-Манбоя. Она звучит так, что, в такой грубой формулировке, что если S-матрица обладает симметриями более высокими, чем просто пространство, известное пространство временной симметрии, внутренней симметрии, то она равна единице. А если S-матрица равна единице, то это, по сути, значит, что никакого взаимодействия нет, нет рассеяния, то есть нет нетривиальной теории. Это убийственный аргумент, на первый взгляд. Второй аргумент конкретный был, он состоял в том, что хорошо, забудем про Колман-Манбой, попробуем сохранить калибровочные симметрии в сочетании с принципом эквивалентности. То есть будем настаивать на взаимодействии с гравитацией по стандартным правилам. И опять ответ убийственный, говорится, что вот эти авторы показали в 1979 году, что это вроде бы невозможно. То есть когда вы пытаетесь сохранять калибровочные симметрии высших спинов в присутствии гравитационного поля, то это не удается. Конечно, я объясню, как эти трудности обходятся, но чуть позже, вначале я скажу, что вот с середины 80-х годов начался некий положительный тренд существенный, который продолжается до сих пор довольно активно. Значит, во-первых, прошло 5 лет после этих негативных последних результатов, и люди как-то, видимо, релаксировали и попробовали посмотреть что-то другое. Что-то другое — это взаимодействие полей произвольного спина со скалярным полем пространства. И обнаружили, что да, такие взаимодействия есть, и можно писать о Гранжиан, которые совместны. Это просто нотовское взаимодействие с токами высших спинов, построенных из скалярного поля. Вот структура, здесь написано, коэффициент АН известен давно. Да. Некий факториал. Но что оказалось? Оказалось существенно, что эти токи, число производных в них растет со спином. Причем прямо-таки равно спину. И поэтому взаимодействие соответствующее полей там, различных спинов содержит старшие производные. И чем выше спина, тем больше производных. Я хочу подчеркнуть, что свободного Гранжиана они абсолютно нормальны, второй порядок производных, никакой неординарности там не возникает, они сами. И это некое действительно общее свойство, которое ведет очень далеко, имеет массу интерпретаций и последствий. Одно из последствий такого. В такой теории обязательно должна быть размерная константа, которая безразмеривает эти старшие производные. Составление размерности просто. Теперь, вспоминая, что мы говорим о безмассовых теориях, возникает вопрос, откуда ее взять и что это может быть. Массы у нас нет. Это могло бы быть гравитационно постоянно, потому что это универсальная константа, скажем, в случае теории спина 2. Это тоже не проходит, потому что гравитационно постоянно, как оказывается, объяснять это здесь не могу, по-прежнему, как и гравитация, выпадает в общее множество перед действием, на самом деле. Поэтому она не способна справиться с различными степенями этих полей. В этом, собственно говоря, и проблема. Поэтому вроде бы непонятно, как понять взаимодействие. Существенное замечание было относительно 1987 года, когда было замечено, что, может быть, чтобы решать вопрос, если мы вот этот вот размерный объект ассоциируем с кривизной пространства времени, в котором теория находится. Значит, это значит, что вместо пространства Минковского нужно рассмотреть то, что называется пространством Де Ситтера, реальность Де Ситтера.
не нулевой кривизны, то есть имеется характерный размер пространства антибеседора. Вот он тут и появляется. И тогда оказывается, что если так сделать, то возникает совместная формировка, по крайней мере, на уровне кубических взаимодействий. В 1987 году она была предложена. И оказывается, несколько чудесных явлений происходит в тот же самый момент. Значит, во-первых, немедленно отпадают те теоремы запрета, которые я упоминал, отпадает теорема Колмана-Мандела по простой причине. S-матрица — это объект, который определен пространством Минковского хорошо, его определить даже бывает пространство антибеседора нельзя. Просто нельзя, потому что там нет асимптотических состояний, где я реагирую на мимику. Второе. Анализ гравитационных взаимодействий. Вот здесь он тоже был неправильным, потому что если кривизна не равна нулю, потому что фактически он был разлагался по степеням кривизны, то есть предполагалось, что геометрия близка к Минковскому. Кроме того, одновременно произошло некое событие, которое в то время совершенно осознанно не было. На самом деле это оказалось очень важной заготовкой, потому что сейчас называется ADS-CFT, ADS-CFT в дуальности теории, я к этому вернусь, надеюсь, пространство антидесидера и пространство Минковского меньшей размерности была открыта более чем через 10 лет после обнаружения вот этой роли антидесидера в пространстве в Лужинском. Значит, чуть-чуть несколько слов про формализм и про то, как устроена симметрия. Это важно для понимания структуры всех целых. Значит, первое замечание, оно как бы техническое, на самом деле очень далеко идущее, состоит в том, что вообще симметрию удобно изучать, когда они сформулированы так же, как теория Янга-Милса, когда у вас есть одно векторное поле, точнее один форма, со значениями в какой-нибудь алгебре, которое в случае теории Янга-Милса является, ну, например, SO5 или SO10, как сегодня обсуждалось. Оказывается, это наблюдение Бейля, Картана, в первую очередь, что то же самое можно сделать в гравитации, если гравитацию описывать на языке таких вот векторных полей со значениями в алгебре пространственных симметрий, она называется алгебра Пуанкаре, если это пространство Минковского, речь идет о сдвигах и поворотах лорентзов. Ну и то же самое распространяется и на случае симметрии вторых, это гравитина. Возник вопрос, а что произойдет, если попытаться формализм применить вот к этим полям выше спину? Происходит довольно регулярное явление, то есть оказывается, что чем больше спин, тем больше полей разных типов, поняли, надо вводить, вспомогательные поля выражаются через производные Е посредством там, связи и уравнений движения. И вот все они появляются как единый калибровочный объект, связанный с полем спины S, и с ними ассоциированы симметрии, которые точно такой же структуру имеют, но они несут индекса ню, то есть это уже ноль формы на языке дифференциальной формы. Ну просто других индексов у них нет. А это уже очень существенная информация про структуру симметрии высших спинов. Мы просто знаем, какие тензоры должны появляться, какие компоненты вот у этих бесконечных нейронных алгебр. Ну и простейшая алгебра такая была найдена такими свойствами. Была найдена вот в 1987 году, немножко в другом формализме, для случая четырехмерной теории. И первое, что произошло, оказалось, что хотя вообще спектр там может быть разный, они зависят, по сути дела, от выбранной группы Янга-Милса, которая является свободным параметром в этих классе задач. Но простейший вариант, например, в точности такой, как хотел бы Далалс, это просто все частицы безмассовые всех спинов, каждого в одном экземпляре. Возможные варианты эксперимента, они чуть более хитрые. Теперь, если говорить о структуре самих симметрий, то важное обстоятельство состоит в том, что при преобразовании этих симметрий, связанных с высшими спинами, преобразуются и низшие спины тоже, то есть 0, 1 и 2. И, может быть, наиболее радикальное следствие этого состоит в том, что метрика теряет ковариантный смысл в этой теории по отношению к высшей симметрии. То есть, если вы применяете высшие симметрии, то метрика во что-то преобразуется другое. Но это значит, что она не имеет более инвариантного смысла. Напомню, что гравитация метрика преобразуется, но сама через себя. А здесь через что-то другое. В действительности это чрезвычайно существенный шаг, который означает это признак нелокальности теории, и это связано действительно с тем появлением высших производных, которые я упоминал.
Ну и одновременно это указание на то, что обычный формализм Римовой диаметрики, который используется в общей теории относительности, он, по-видимому, слабо применим для таких теорий. Слабо применим не потому, что метрики нет, ее можно написать, но это один объект из многих, и все они друг через друга преобразуются. Значит, замечу еще одно важное обстоятельство, в том, что у этих алгебр есть конечные мерные подалгебры, и это ровно те подалгебры, которые встречаются в обычных теориях, например, в слабой модели, в супергравитации и так далее. Или, собственно, они и только они. Существенный вопрос, как же сохранить независимость от выбора координат, не вводя метрики явно. Но пару технических моментов я должен напомнить. Имеется формализм развитый картаном, который позволяет это сделать, который чрезвычайно красиво и эффективно, связан с тем, что если вы дифференцируете антисимметричные тензоры и антисимметризуете все индексы после этого, то этот объект ковариантный. Попросту говоря, символы Гринстоффеля, если вы тут напишете ковариантный производный, они выводятся из этого выражения, потому что они симметричны по нижним индексам. Ну, имеется компактная форма записи, это так называемый внешний дифференциал, вводятся дифференциалы. Но у них такое необычное свойство, что они по определению антикоммутируют друг с другом. И это отличается вот одним вот символом внешнего произведения. Эти дифференциалы не стоит себе представлять как превращение координат в микроформальную аналитику. Значит, ключевой факт состоит в том, что d это делает это образом результате квадрате равно нулю, потому что dx антикоммутирует, а вторые производные симметричные. Ну и калибровочные вариантность вот она следует из этих простых свойств немедленно. И не только в идеальном случае, но и в неидеальном случае. Вот здесь я уже просто скажу, как устроено на самом деле вот это простейшее бесконечное мерное. Ну, вводим ковариантные производные, все стандартные вещи, как в теории Янга-Нильсона. Но только в отличие от теории Янга-Нильсона, наши объекты не матрицы, а операторы в пространстве состояний квантовой механики с осцилляторами y, которых 4 штуки здесь, потому что y занимает 4 значения. Это не вектор, это спинор четырех измерений, как мы раньше не спинор, а С-матрица зарядового сопряжения в четырех измерениях. Вот оказывается, что все те поля, которые я перечислял, единым образом описываются таким вот объектом. Это один форма, то есть она несет индекс μ, который скрыт сверсткой дифференциала, вот таким образом. Зависит от x и еще зависит от вспомогательных переменных y. Это очень похоже на то, что было у Гинзбурга и там, отличие 2. Каждый из них, это первое существенное, что это один форма, второе менее существенное, что речь идет о спиноре, в действительности можно проследить, что это почти одно и то же. Ну и, собственно говоря, вот алгебра высших спинов, это алгебра функции вот осцилляторов, то есть это алгебра операторов обычной квантовой механики. И определенных ограничений на эти операторы. Это алгебра бесконечной меры, потому что функции от игры бесконечно много. Ну и можно прямо указать, где там находится обычная алгебра. Это алгебра полиномов невысоких степеней по y, которые при коммутации снова себя воспроизводят. Вот, собственно, и все. В этих терминах удалось написать действие для взаимодействия кубическое. Нет времени его выписывать, хотя оно весьма просто выглядит. Я два слова хочу сказать про некое развитие, которое привело к полной неведении динамики во всех порядках. Теперь без смещения на равномерном уравнении движения. Речь идет о некоторой схеме, которая обобщает обычную переформулировку уравнений обыкновенных дифференциальных уравнений в форме первого порядка, когда просто добавляется вспомогательная переменная, обозначая каждую следующую производную своей буквы. Этот формализм в теории Боря тоже хорош, но он не ковариантен. Имеется у него, как выясняется, очень важное и полезное обобщение, связанное с тем, что вместо вот этой производной по времени мы будем рассматривать производную во все стороны, описываемую внешним дифференциалом, но все будем антисимметризовывать, потому что речь идет об алгебре дифференциальных форм. И вот идея состоит в том, чтобы уравнение формулировать в таком виде. Дифференциал от любого поля выражается через некоторую функцию от этих полей. Очень похоже на гамильтонную динамику. Производная по времени от любой динамической переменной выражается от функции от этой динамической переменной. Отличие, правда, в том, что эта система переопределена, потому что D это производная во все стороны, то есть уравнение больше, чем переменная. И поэтому приходится заботиться об условиях совместности. И это выражается тем, что функция g должна удовлетворять такого тождества. Это ограничение коэффициента достаточно нетривиальное для линейки.
Значит, я замечу, что вот такого сорта условия совместности вообще похожи на те условия совместности, которые, с которыми столкнулись Гинзбург и там, но на этом языке их гораздо легче и эффективнее анализировать, если бы. Перечислить некие общие свойства. Значит, начну с свойств очевидного поведения. Это первое, что принцип эквивалентности здесь соблюден, хотя метрики здесь явно нигде не написаны, никак индексы не сворачиваются в метрике. Второе, очень тоже важно, мы следим за калибровочной симметрией. Так вот, в такой системе калибровочной симметрии автоматически выполняются. Я чуть-чуть надуваю, можно еще чуть-чуть сказать про то, что какой класс функции G используется. Но этот класс как раз появляется во всех известных примерах. Это, например, универсальная, свобода универсального. Когда вот этот верный отмер, тогда, когда вот производная хорошо понимаю, это вообще говоря не очевидно. Вот удивительное свойство, которое не сразу было осознано, состоит в том, что в действительности, хотя такой подход кажется, на первый взгляд, очень специальным, сложное слое совместности, странное переопределенное уравнение, он является абсолютно общим. Это примерно то же самое, как с обыкновенным дифференциальным уравнением, переход к формулировке первого порядка. Любую систему можно так переписать. Это удивительный некоторый факт. И в частности, вопрос об анализе взаимодействия, это вопрос о возможных нелинейных изменения функции G, то есть эпидемия констант связи, параметры туда, и его очень удобно анализировать на этом языке. Дальше больше. Оказывается, что у этой конструкции появляется естественная интерпретация в терминах алгебры, и, например, вопрос об изучении различных типов уравнений сводится просто к вопросу о представлении к соответствующей алгебры. Это удобно, например, в свое время в 40-е годы были тоже работы Дельфанда из авторов по различным бельтвистским уравнениям. На этом языке можно, наверное, анализ провести даже проще. И он был проведен для некоторых систем. Ну и, наконец, самое удивительное, что в такой системе роль X, в общем-то, в действительности оказывается несущественной, в конце концов. Вот это вот удивительно, потому что так же, как в гамильтоновой динамике, все у вас определяется вашим фазовым пространством и гамильтонианом. Т это параметр эволюции. Примерно то же самое можно сказать, что здесь все определяется функцией G и набор порядка, который от него зависит. Можно, вероятно, даже еще добавить, что когда эти функции описываются набором вспомогательных координат типа Y, то в действительности речь идет о таком варианте теории твистеров и преобразования Пенроуза. Вот эти уравнения они описывают в действительности преобразование Пенроуза от пространства Y к пространству X. Причем описывает тогда, когда обычное преобразование Пенроуза, скажем, трудно сказать. Два слова о нелинейных уравнениях. Время поджимает, я сделаю это очень быстро. Значит, нелинейные уравнения полные, замкнутые, они формулируются в терминах опять квантовой механики, но некого удвоенного числа переменных, z и y. Ну и важную роль здесь играют специфические операторы, это операторы Клейн, называемые, они меняют реальность, то есть меняют знак левых и правых спиномеров. Вот здесь я написал в одну строчку всю систему нелинейных уравнений для полей высших спинов, так как она была сформулирована давно, в 92 году, в 4 измерениях. И чуть-чуть хочу поговорить про ее свойства. Ну, эта система совместная. Вот это вот кривое W содержит дифференциал плюс W прямое. То есть это просто ковариантное производное на обычном языке. И тут есть два сектора. Есть сектор, связанный с обычным пространством времени. Дифференциал D — это обычный внешний дифференциал, который я вводил, когда объяснял дифференциальный. И есть еще операторы, которые обслуживают сдвиги по переменным z, это оператор s. Это тоже ковариантный производный, но вот в таком некомутативном пространстве z и y. И совершенно неожиданно, в общем, это был такой абсолютно неожиданный результат, уравнения были получены не путем угадывания, а путем, так сказать, последовательного анализа и довольно кропотливого сложных нелинейных поправок в соответствующие теории. Потом они вот собрались в такую систему, в конце концов. И состоят они из двух кусков. Есть часть, которая содержит пространство временных производных, первые три. И есть как бы связи, которые вообще не содержат пространство временных производных. Так вот, первые три уравнения, они абсолютно тривиальны. Их просто нужно написать общее решение. Это уравнение нулевой кривизны и уравнение ковариантного постоянства. Они тривиальны динамики, оказывается, из-за того, что есть последние два уравнения, то есть пространство полей S и W ограничено. Так часто бывает. Право обычно интегрируемых системах.
Геометрический смысл вот этой части уравнения, он как бы известен, но непонятно, почему так происходит. Эти уравнения описывают там двумерный квантовый гиперболоид, вложенный в такое коммутативное пространство. Но почему так надо делать, до сих пор остается загадкой, и загадка очень интересная. Надеюсь, что отгадка появится. И в заключение я хочу просто сказать о том, чем тут люди занимаются в последние годы. Имеется довольно, что было сделано, чем люди собираются заниматься и продолжают заниматься. Но некоторый прогресс состоял в том, что в 2003 году вот эти уравнения, их аналог был построен произвольным числа измерений. Они очень похожи на то, что я написал. Не буду на этом останавливаться. Значит, большая активность последних лет связана с анализом не только симметричных полей высших спинов, которые в четырех измерениях только и существуют, но и произвольных. То, что называется полей смешанного типа симметрии. Это необходимо для того, чтобы связать с теорией струн эту науку, которая существует в размерности 10, а в размерности 10 различных полей много. И нужно уметь их описывать. Четырехмерного понимания недостаточно. Имеется довольно большой класс работ, связанный с комфортными полями. Там физически эти теории как бы сами себе меньше интересны, они не унитарны обычно, но они важны технически, и это мы, собственно, тоже знаем, например, суперрелитация. Не буду на этом останавливаться. Значит, продолжается вот деятельность по анализу кубических взаимодействий в Лагранжане. Большое количество групп этим занимается сейчас. Я расскажу те результаты, которые когда-то были получены вот с этим Самолчем, они обобщены в двух отношениях на нынешний день. Речь идет о переходе в произвольное число измерений, в первую очередь. Ну и некоторые взаимодействия с полями не только симметричными изучаются. Во всем остальном, на самом деле, я бы не сказал, что прогресс так уж значительный. Да, и массивные поля изучаются, в частности, земной, который занимается произвольным. Направление это интересно, это технически, если делать глупо, это очень сложно, то есть компьютерные группы ломаются не только там. Я знаю, что когда люди глупо считали взаимодействие трех спинов три, то ответ занимает пару страниц, так сказать, распечатанных формул в статье. С компьютера понять ничего нельзя. Ну, для сравнения я написал Гранжан с Праттоном полученным, вот вообще одна строчка, и описывает взаимодействие всех спинов четырех измерений матрицы. С помощью вот этой техники, которую я пояснял. Значит, имеется некая активность, связанная с анализом всего этого подхода. Я думаю, что это далеко идущий, на самом деле, метод. И вот совсем недавно, мне кажется, это важное продвижение, удалось просто построить точное решение отнявинения системы, которая не сводится к обычному пространству антидеситора, например, к тривиальному вакууму. Эта вещь очень интересна, особенно потому, что уравнения, о которых я говорил, они сформулированы не по теории возмущения, это уравнения, которые написаны в Бегран-независимом форме, как то, что называется, и учитывают поправки всех степеней по производству. То есть здесь нет никакого низкоэнергетического приближения или еще чего-то. Стоит упомянуть про то, что если рассмотреть систему полей, которую предлагал Виталаш рассмотреть, то есть все спины, то, как было замечено Фронтовым в 85 году, в этом случае симметрия, даже конечномерная, сильно поднимается, она поднимается с формой симметрии до S8. И попытка реализовать эту симметрию геометрически приводит к десятимерному пространству времени, вот такому смешному, с такими матричными координатами симметричными. И дальше начинает возникать очень важный цикл вопросов, связанных с тем, как же мы, живя в десятимерном пространстве, видим его как четырехмерное. Это действительно именно так и происходит. Вот, удалось написать соответствующие уравнения в 10 измерениях и проанализировать. Оказывается, что дело сводится к анализу понятия локального события на этом языке, и этот анализ оказывается нетривиальным. То есть вопрос абсолютно физически возникает о том, что мы можем видеть, когда нам дана некоторая система дифференциальных уравнений. Это вопрос о том, как формируются начальные условия, причинность и так далее. Наконец, буквально последний год был очень существенный прогресс, на котором два слова хочу сказать, это Одесса и Ки соответствия. Соответствие D плюс одномерной теории гравитации в пространстве D плюс одномерность, D-мерной теории в пространстве Минковского. Это очень активно развиваемый сюжет. Последний больше уже чем 10 лет это явление было, гипотеза, точнее, об этом явлении была предложена Малдасиной примерно 10
уже 11 лет назад. И в 2002 году Клебанов и Поляков высказали гипотезу о том, что вот эти модели, которые я рассказывал, четырехмерные, должны быть дуальные трехмерные ВН-сигма-модели предельной бесконечности. Значит, явная проверка этого дела точно сложна, потому что я про это думал, и как мы с Клебановым говорили, я спасал, отказался этим заниматься, потому что понимал, что это сложное вычисление. Но недавно, совершенно неожиданно, она была проведена вот этими двумя джентльменами из Гарварда. И они убедились, что действительно имеется полное соответствие между коррелятами в одной и другой теории. Просто пересчитали. Счет там очень серьезный. Я сейчас, наверное, восхищаюсь их способностями учить. Ну и после этого посыпалась там работа, связанная с ADS-3 и CFT-2. Теория Шкипина в трех измерениях тоже известна. И имеется много работ в последнее время, довольно активный сюжет, который связан с проверкой этой гипотезы. Это весьма непримерная проверка с собой спонтанно. Ну и, наконец, значит, речь идет о чем идет речь, что следует в первую очередь изучать. Наверное, следует в первую очередь пытаться обобщить эти результаты на поля смешанного типа. Полное действие до сих пор отсутствует. Я, правильно говоря, не уверен, что оно так уж нужно по нынешним временам. Сейчас ситуация меняется. И в теории поля тоже, и здесь оно меняется. Если подумать, действие, возможно, не играет в такой фундаментальной роли, как в низкоэнергетических теориях. Что это за геометрия? Понятие локальности вот в этих теориях до сих пор не уточнено по-настоящему. Вы знаете, производных очень много, поэтому теория как бы не локальная, но на самом деле по-хорошему можно сказать, что какие преобразования локальны, а какие нет. Ну и связь с теорией струн. Наконец, последний вопрос. Он сформулирован таким образом, когда кому заниматься этой теорией. Значит, такой вопрос связан с тем, что я совершенно для себя неожиданно однажды присутствовал на заседании кафедры, на котором я даже уже присутствовать не мог, но там был показан фильм, где было снято его обращение к студентам. И в этом фильме он сказал, в числе прочего, была длинная речь, там все было правильно, а вот одна вещь меня удивила. Она стояла в том, что он студентам рекомендовал правильно оценивать свои силы. И привел в качестве примера свои занятия высшими спинами, сказав, что он когда-то ими занимался, а потом понял, что эта задача ему не по зубам, и поэтому он ее бросил и правильно сделал. Первая реакция у меня была наивна. Я, когда там при каких-то обстоятельствах тоже со студентами встречался, сказал, что мы зря. А потом подумал, вот, когда готовился к этому докладу, очевидно, что нет. Потому что вообще на это дело, вот, на развитие этой науки ушло где-то 70 лет. За это время был построен теорем Мендельсона, эффект Хиггса. И надеяться на то, что все это мог сделать Виталий Лазаревич даже при его вероятных способностях и в общем, в большом времени ему отведено, наверное, было действительно трудно, так что думаю, что с его стороны это было правильное решение. Ну а сейчас, мне кажется, самое время. Спасибо. Скачок степеней свободы, то есть у вас свободная теория у вас описывается
называется «Пассажирские степени свободы». В этом взаимодействии у вас оживают новые степени свободы. Ну, с такой теорией, как минимум, трудно работать пертурбативно, обычно это связано с проявлением там, всяких плохих свойств, типа духов и так далее. Но, в общем, это как бы ответ такой практический. По сути дела, мы надеемся, что эта теория будет осмыслена, в частности, как квантовая теория, именно потому, что она обладает этим симметрией. Ну, например, вот если мы столкнулись с ситуацией, что электрослабая теория нарушает принцип эквивалентности, что бы произошло? В третьей теории физический смысл имеет собственное значение генератора Казимира, который перенервирует массу и спин всеми действиями группы Деситтера. Вы говорите только о высших спинах, но, может быть, раз поднялись массы и спин не имеет физического смысла, может быть, сюда приключать еще и масса, потому что это перенервирование должно сохраниться и для высших порядков, и уже есть работа, где репер это не тетрада, а все формы всех степеней, которые перемешиваются действием общей группы. Нет, это правильно, но эта группа должна быть больше. В общем, в каком-то смысле в эту сторону деятельности идет, здесь много более различных типов, но я не согласен с тем, что с чего начали. Значит, понятие массы просто надо определять, действительно ли так, чтобы она была вариант неизвестна, как это называется. Да, есть еще вопрос. Если нет, то...